Привет, рыбаки! Второй день на этом водоеме. На что ловится, понимаем. Сегодня приехали исключительно за крокодилами. Будем пробовать железо, вертушки и ждать трофеев. Четверка нужна, четверка. Опа! Есть. А-а-а! Нет, сидит. Есть. Не-не, я так возьму. Ну, ушла. Отлично. Моей катушкой, которой Саше не нравится. Это не катушка, это так. Сказал бы я, но камера не позволяет. А ты не говори. Ты просто сейчас увидишь нормальную рыбу. Надеюсь, не полторашка. Ну то, что ты и хотел снять. А, вот это уже нормальный. Тебе помочь? А, Вова! Ну зачем? Вова. Так давай садовый, я под саком поработаю. Вова такой, спиннер. На эту щуку. Слайдер, да? Все-таки же. Слайдер. Так а ты перевернись, нет? Ну, ты так устанешь. Оттуда же. Ага, там якорь. Нельзя ли на якорь давать? Да, если бы ты чуть-чуть ей дал шанс фрикционом, блин, поработать. А, ну что это опять такое, а? Есть! А ты взял? Не очень. Нормально я взял. Ну, это Вова поймал уже, Саша. Четверочка. Ну, что-то, наверное, да. Ну, вот ради этого мы сюда примчались. Ну, слайдер она бабахнула. По самые помидоры. Шансов у нее. Шансов было ноль. Ну что, нашли? Нашли. 3300. Ну, тем более 3300. Дубль. Только у меня... У меня не очень. Ну, нормально. Да, тоже. А у тебя? Саша, мою можешь снять. Опять слайдер. Опять слайдер. Такая. 2,5. Нет. 1,2 кг, как ты говоришь. Ты бы. Оо. Нет, открыла она замок. Вот так ты, наверное, прицепил слайдер. Ну, наверное, ты отцеплял прошлую рыбу и привет. Наверное. Опа, опа, опа. На сегодня поставленную задачу выполнили. Выполнил Вова. Поймал самую большую щуку. Вова на супер рыбе. Подсак бери. Хоть и не на то, что думали, на слайдер. Тем не менее, жирная точка в этом путешествии двухдневном. Вчера набубенили щуки. Вова и сегодня неплохо отловился. Красавец. Нормально. У меня как вчера. Вот опять спалы по самым помидоры, да? Слайдер закупил. И самую крупную взял. У меня что-то пошло не так пока.